Юбиляры в окружении родных и близких зашли в зал бракосочетаний под марш Мендельсона, как много лет назад. Все вспоминали свое свадебное торжество и вновь переживали счастливые и волнующие минуты. Как хорошо позвонили, прям, ну, конечно, не знаю даже, хорошо было. Так мы никуда особо забытые. Не были, ничего так, а тут такое вроде, что не забыли нам, что 55 лет все-таки прожили. Много теплых слов, поздравлений, пожеланий прозвучало в этот день в адрес замечательных семейных пар. Со словами искреннего уважения к юбилярам обратилась заместитель главы администрации Ленинского городского округа Татьяна Квасникова. Вы сумели не просто сохранить семью, любовь, верность. Вы вырастили детей и воспитываете внуков. А вот этому подрастающему поколению очень важно видеть пример семьи, отношения, заботы, видеть чувства и понимать, и чувствовать, что такое истинная любовь. Людмила и Валерий Магнитовы вместе 60 лет. За плечами долгий жизненный путь. Как признаются юбиляры, главный секрет – уважать друг друга и в сложной ситуации находить компромисс. Любовь, конечно. Нам и сейчас приятно друг другом быть. Вот, ну, не всегда надо думать только о себе. Надо все-таки о других и о рядом живущем человеке вступать. И если уж ссориться, то скорее мириться. Тогда можно так прожить. Но мы не ссоримся. У каждой семейной пары своя история знакомства и любви. Вера и Александр Оборины встретились в автобусе и не расстаются уже более 50 лет. Я ехала из института, он тоже. Вот, в одном транспорте. Потом я вышла, он вышел. Пошел следом. Поравнялся. Говорит, дайте я вам сумочку поднесу. Разрешила сумочку поднести. Дошли, разговаривали. А потом свидание назначил. А потом стали встречаться. И где-то через полгода поженились. По доброй традиции, каждая пара поставила свои подписи в юбилейной памятной книге. Мы в большинстве своем даже не догадываемся, что избранные, кто пройдет такой долгий путь, как вы, смогут найти такую жемчужину, стать не близкими людьми друг к другу, а единым целым. Золотым, изумрудным и бриллиантовым юбилярам семейной жизни были вручены подарки и почетные грамоты. Но главные драгоценности, которые всегда с ними, это крепкий союз и любовь, проверенная временем. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.